Габи! Габи, стой! Все, перестань. Враг уже высоко в небе. За ним не угнаться. Ты ведь сама понимаешь. Но София... Ее тело расплющил отлетевший обломок здания. Мы были в шаге от нее. Уда пытался ее вытащить. Но его в панике затоптала толпа. Толпа не останавливалась. И в итоге ему пробили череп. Те двое охранников... Они отругали меня. За то, что я рвалась к площади. Они предупреждали меня. Жалкую Илдийку. Хотели спасти. А потом... Их застрелила женщина с крыши. Я Илдийка, родившаяся в зоне интернирования. Все горожане терпеть меня не могли. Я успела всякого здесь натерпеться. Но поэтому я и продолжала стараться. Я хотела доказать этому миру, что Илдийцы хорошие. Я верила... Что однажды начну гордиться этой илдийской повязкой. И поэтому продолжала работать над собой. Но теперь все кончено. Ведь это самое гетто было домом, где жили дорогие мне люди. Как я могу простить тех, кто разрушил мой дом? Ну и что теперь? Будешь дальше меня останавливать? Зика убили у нас на глазах. Мы ничего не могли сделать! Мы даже не знаем, чем заслужили все это! Скажи, Райнер, почему мою маму в тот день сожрал гигант? Их дом тоже разрушили. До этого наших врагов атаковали марлийские воины, многие погибли. И теперь они мстят. А ты сам... Видел это? Нет. Не видел. Я тоже не видела. Между прочим, они демоны острова, которые грозятся уничтожить мир. Помнишь, чему нас учили? Они заслуживают смерти, ведь они всегда убивали других людей. Мы не такие, как они. Райнер, мы с тобой одинаковы. За океаном, внутри стен, мир одинаковый.